Вот уже второй визит самой читаемой поэтессы Рунета Юлии Соломоновой вызывает ажиотаж у зрителей до такой степени, что билеты раскупаются в один момент. Концерты Юлии – большая редкость, поэтому встреча с ней долгожданна. В этом году ее принимают не только тепло, но и эмоционально и креативно. У нас такой некий флешмоб Соломоновой в ее поддержку. Мы ее очень любим, ценим, уважаем. И своим внешним видом это, в общем-то, подчеркиваем. Я в черном платье с красной помадой, с красной там, шарфом и с красным перчиком. То есть вот я пришла и так почитала это приглашение на данный вечер. Что обязательно что-то должно быть красное на мне. Больше латин ты, а все равно чувствую рядом бабы. Господи, бабы, одни бабы приглашают меня в Челябинск. Спасибо вам, бабоньки, эти цветочки для вас. Но я чувствую, что вы под меня косите. У людей, незнакомых близко с творчеством Юлии Соломоновой, она ассоциируется с саркастической женской тематикой. Поклонники же знают, что круг ее лирических героев достаточно широк. Ее стихи, они очень тонкие и женские. Да, они саркастичные, да, они лиричные. То есть каждый для себя найдет то, что ему именно в это настроение попадает. Сегодня я такая, я прочитала стих, опа, оно мне попало. У нее каждый стих такой. Он найдет отклик в любой какой-то определенный день каждой женщины. То есть мы все это переживаем, поэтому я ее считаю очень как бы близкой к женщине. Но в то же время, если ты мужчина и хочешь хоть немножечко понять нашу душу, да, женскую, загадочную, то, пожалуйста, стихи Соломоновой тебе в помощь. А читал некоторые стихи, мне девушка рассказывала, ну, мне очень нравится. Посыл очень разный, в том плане, что под каждое настроение может подойти. Абсолютно никакого стиля не придерживаюсь. Я просто пишу о том, что меня волнует, и я очень много подражаю. Все, что мне нравится у других авторов, у современных авторов или у классических, я подражаю. Мне что-то поразило, и это энергия во мне, и мне хочется тоже свое произведение на эту тему написать. У меня есть, например, произведение «Собака Динго» называется. Ну, это такое стихотворение от лица мальчика, вот влюбленного. И я прочитала молодых поэтов, и там было столько вот энергии первой любви, я уже эту энергию, нет во мне ее, но она меня так наполнила, что я написала это стихотворение, а мой муж прочитал и сказал, будет трогательней, если это будет читать не мальчик, а отец своей дочери. И я такая, точно, действительно, и вот у меня теперь есть идея, я хочу снять артиста, чтобы он прочитал это стихотворение именно отец дочери. Там так трогательно, что-то не плачь, подойди, прислонись щекой, встань туфлями на ботинки. Сейчас я уйду, но вернусь щенком дикой собаки Динго. Современные поэты сегодня в качестве площадки для творчества все чаще выбирают интернет. Но к своей популярности в сети Юлия Соломонова относится с долей скромности и юмора, местами черного. Ну, если верить цифрам, то да. То у меня, наверное, из современных поэтов, кто именно занимается поэзией, у меня больше всего подписчиков в сети. Ну, понять, войдешь ты в школьную программу или нет, можно только после смерти. Ее творчество – это история о любви в эпоху потребления. В ее стихах каждый может найти свою Соломонову и те чувства, что он когда-то пережил. Сейчас общее количество ее подписчиков в социальных сетях более 1 000 000, но после этого вечера их станет еще больше.